Вас приветствует Виктор Павлович. Сегодня вы не увидите такой крутой обзор, как этот, но зато сегодня вас ждут самые сухие факты из вот этой комнатной сушилки. Сушильная доска нас порадовала и подготовила много вариантов, но сегодня нас ждет самый сухой и правдивый обзор нового iPhone SE. От iPhone 6s аппарат унаследовал отличные параметры, одним из которых является камера. В лабораторном стресс-тесте при последовательном просмотре веб-сайтов SE продержался целых 10 часов, в то время как 6s остался на 2 часа раньше, а Samsung S7 на целых 3 часа. При умеренной нагрузке iPhone SE должен спокойненько себе проработать целый день. Но, как и у любого другого смартфона, у него есть свои недостатки. В свое время Apple выпустили компромиссное решение, им стал iPhone 5C. Но вот SE не является таким компромиссным решением. И я уверен, этот аппарат найдет свою целевую аудиторию. Если вы любите Apple и хотите себе компактный смартфон, выбирайте SE. Если вы хотите недорогой iPhone, выбирайте SE. Если вы уже выбрали iPhone SE, покупайте его в интернет-магазине Steel.ua, и он не станет для вас тяжким грузом. Но если вам не хватает диагонали 4 дюйма, и вы желаете диагональ побольше, смотрите 6S и 6S Plus и покупайте их в интернет-магазине Steel.ua.